Привет, друзья, и мы продолжаем наблюдать за антикоррозийной стойкостью аэрозольных грунтов. Прошло 2 месяца. До подведения окончательных итогов, конечно, еще рано. Хотя ржавчина активно распространяется под краской, мы это увидим где-то месяца еще через полтора. Ну вот, открытые антикоррозийные грунты, которые нанесены на металл и не закрашены сверху ничем, уже могут дать нам кое-какую информацию. Как вы видите, 961 грунт вчистую проигрывает битву в соленой воде. Очень много следов сквозного ржавления. Но он и не предназначен для того, чтобы работать не закрытый ничем больше. Точно такая же ситуация с грунтом Body 960. Он проржавел насквозь. Делаем выводы, что его обязательно изолировать сверху акриловым грунтом. Просто так открытым этот материал работать не может. А вот 981 аэрозольный эпоксидный грунт чувствует себя прекрасно. Великолепно справляется с задачей, будучи ничем сверху не укрыт. Ну что же, вы все видели сами. Тест не закончен. Продолжаем наблюдать. Удачи вам в труде. Всем пока!